Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать. И давайте в первую очередь проверим качество связи, потому что хочется, чтобы все то, о чем сегодня говорилось, все прекрасно слышали, ну и по возможности видели. Я рад вас приветствовать, и сегодня мы поговорим о бизнесе вместе с одной из компаний в группе компаний Imperium, это Imperium Valio, и с программами, в частности, с программами Power Matrix, Meets Life и Imperium Cosmo. Ну, прежде чем мы перейдем к короткому знакомству с этим бизнесом, у меня просьба дать о себе знать, поставить плюсики, может, те, кто только-только подключился к нашей программе или планирует к ней подключиться сейчас и имеет еще минимум информации. Пожалуйста, если сегодня новички в нашей аудитории, пожалуйста, дайте тоже обратную связь. Отлично, рад вас приветствовать. И представлюсь, меня зовут Игорь Минин, я руководитель группы компании Imperium, и сегодня от первого лица, так сказать, проведу небольшой экскурс в наш бизнес. Ну, вообще мы с вами встречаемся в необычное время, наверное, во время жизни большинства из нас такие события не происходили. Те ограничительные меры, которые вводятся во всех странах, не только в России, Казахстане, в Беларуси, но вообще практически во всем мире в той или иной степени жесткости, то, что влияет практически на всех. Нет, пожалуй, в мире сейчас ни одного человека, кого бы тем или иным образом та ситуация, которая происходит, та особая ситуация не касалась бы. И в этой связи сейчас, конечно, встает много вопросов у очень многих людей. И именно такие ситуации выявляют в том числе и какой род деятельности является наиболее устойчивым к тем или иным событиям. Потому что мы сейчас с вами переживаем не только пандемию, которая объявлена Всемирной организацией здравоохранения, и в результате чего вводятся различные меры ограничительного характера правительствами отдельных государств, руководителями территорий, мэрами городов, но одновременно развивается и достаточно масштабный глобальный финансовый кризис, который ударил еще до развития, такого масштабного развития пандемии по многим рынкам. Это и сырьевой кризис, который повлиял на цены на мировых рынках. И на самом деле, конечно, в совокупности это очень существенный удар по экономике, всеобщей мировой экономике, а как следствие и по перспективам, так сказать, финансовым перспективам вообще, наверное, каждого жителя, кто в той или иной степени завязан на экономические процессы, кто не живет как-то замкнуто натуральным хозяйством. Всех остальных эта ситуация касается напрямую. Ну и сейчас, когда закрываются и остановлены огромное количество, значительно больше половины, по разным оценкам, 70-80% бизнесов, наш бизнес работает на полную мощность, идет рост, и это не случайно, потому что в той ситуации, в которой мы с вами оказались, конечно же, тема здоровья, она не просто одна из важнейших, она сейчас самое и самое важное. Не так давно все началось вроде бы с таких ограничений по путешествиям,
И постепенно, действительно, сейчас закрытые в большинстве городов, закрытые рестораны, закрыты различные развлекательные заведения, закрыты магазины, большинство офлайновых магазинов. И на сегодняшний день даже те, кто полностью перешли в онлайн, испытывают очень серьезное давление всей ситуации, которая происходит. А почему же тот бизнес, который мы приглашаем, наших потенциальных партнеров, работает сейчас по нарастающей? Почему его значение становится все более высоким, социальное значение и, соответственно, и отдача от этого бизнеса становится все больше, и он имеет очень и очень серьезные перспективы. Мы говорим с вами сегодня о бизнесе с группой компаний Imperium. Группа компаний Imperium – это целый ряд бизнесов. Это бизнесы в области IT-технологий, в том числе связанных, прежде всего связанных с медициной, с диагностикой. Это различные компании, которые занимаются организацией мероприятий. Это компании, которые занимаются наукой и производством. Большинство компаний Imperium объединено наряду с рядом компаний и научных учреждений в ассоциацию Конвент национальной безопасности, здоровья и инноваций, в рамках которой достаточно широкая деятельность ведется, вручается национальная награда «Сфера здоровья», идут масштабные разработки, идет большая кооперация между научными учреждениями различной направленности, которые фокусируются вокруг действительно индустрии здоровья. Группа компаний Imperium – это биотехнологический кластер, который прежде всего занимается разработками в области защиты здоровья. И главная компания, пожалуй, основная, ключевая, стержневая – это Imperium Valio. Ну, вообще, если говорить о названии, вы помните прекрасный советский мультик о капитане Врунгеле, который говорил о том, что как вы яхту назовете, так она и поплывет. Imperium, конечно, помимо других ассоциаций, прежде всего это латинский термин, означающий управление. Система компании Imperium – это система управлений в разных областях. И вот Imperium Valio – это дословно управление своим здоровьем, управление самочувствием, управление хорошим состоянием своего организма. И две ключевые программы в Imperium Valio – это также направления, которые связаны, напрямую связаны со здоровьем. Это Power Matrix и Mitsulife. Есть также направление, инновационное направление в области косметики Imperium Cosmo, которое занимается как разработкой, так и производством и, соответственно, продвижением на рынок инновационной инновационной космецевтики, которая является плодом также не только разработки косметологов, но и ученых-медиков, биофизиков, химиков и других сопряженных специальностей. Вообще, одним из наибольших преимуществ, одним из самых главных козырей группы компании Imperium является то, что она объединяет специалистов, действительно специалистов высокого класса, которые являются лидерами, мировыми лидерами в своих сегментах науки. Это и биологи, это химики, физики и направления науки, которая развивается благодаря Imperium, это системная регуляторная медицина и это квантовая биофизика воды, начиная от теоретических разработок и уже до практической реализации продуктов и продвижения его до конечного потребителя. Это
абсолютно инновационные области, и в этих областях мы без ложной скромности можем сказать, что являемся действительно мировыми лидерами. По многим позициям, по большинству позиций, аналогов по эффективности, вообще в принципе аналогов нашему предложению, нашей продукции нет. И наш подход, наша идеология базируется на, ну, как бы сказали древние, на трех китах. И все эти киты – это здоровье. Это здоровье физическое, духовное и финансовое. Занимаясь исследованием в области естественного восстановления здоровья, мы пришли к тому, что действительно физическое и духовное здоровье очень и очень в серьезной мере связаны. К духовному здоровью мы относим очень многие составляющие, также каждая из этих, в этом триединстве, каждое здоровье имеет много составляющих, и духовное – это в том числе и, например, ментальное здоровье, в том понимании, в котором его описывает Всемирная организация здравоохранения, куда в том числе входит и самореализация, и собственная реализация в социуме, полезность, нужность людям. Это и, естественно, и хороший уровень своего умственного здоровья и многие-многие другие параметры. Ну и среди этого триединства, конечно же, не последнее место занимает здоровье финансовое. В нашем понимании финансовое здоровье – это то финансовое состояние человека, которое позволяет не только обеспечивать свою семью, не только быть уверенным в завтрашнем дне, но и реализовывать свои мечты, реализовывать свои проекты и иметь возможность помогать людям. И еще одна составляющая финансового здоровья и, может быть, в отличие от многих определений в области финансов, сколько финансовой независимости и многие другие, это то, что финансовое здоровье, так же, как и здоровье физическое, предполагает, и здоровье духовное предполагает определенную направленность, определенный фундамент на будущее. Настоящее финансовое здоровье, настоящее физическое здоровье, например, предполагает не только то, что вы здоровы и хорошо себя чувствуете в данный конкретный момент. Это также означает, что у вас есть запас энергии, запас сил на многие и многие годы. Это то состояние здоровья, действительно настоящее физическое здоровье, то состояние здоровья, которое позволяет прогнозировать действительно оптимальное, активное долголетие на многие и многие годы. Точно так же финансовое здоровье подразумевает устойчивое положение, формирование таких финансовых потоков, которые не зависят от большинства внешних факторов, в том числе таких, как, например, нынешний, сегодняшний кризис, общемировой кризис. И это очень важно. На чем же основана сама система бизнеса? Ну, это, во-первых, наши разработки, наша продукция, и, во-вторых, система сетевого маркетинга. Ну, о сетевой системе мы поговорим тоже и в том, и в другом направлении. Действительно, у нас есть очень серьезное инновационное решение, которое позволяет говорить об уникальности нашего предложения, об уникальности тех возможностей, которые открываются перед партнерами Imperium. Ну, давайте немножко коротко скажем о тех разработках, о той линейке, которая имеется в распоряжении, в том числе и в качестве инструментов бизнеса у наших партнеров. Во-первых, это такая группа препаратов, как аквабиотики. Что такое аквабиотики? Ну, если говорить так достаточно
просто в упрощенном определении, это особые биоактивные формы воды, ну, и их соединений, нормализующие состояние организма. Вот в этом кратком определении зашита действительно очень серьезная и большая наука, которая сочетает в себе изучение и использование квантовых эффектов, использование многих физических и химических законов и, конечно же, законов биологии. Есть, естественно, научные определения, которые мы разрабатывали для объяснения для научного мира тех открытий, которые были сделаны, где мы ведем речь о гетерогенных формах воды, о фазе ассоциированной воды и так далее. Но это то, что, в принципе, очень интересно, крайне интересно, конечно же, изучать, познавая тем самым мир, вообще познавая жизнь, как устроена сама жизнь. Но это не является, естественно, обязательным для просто успеха в бизнесе. Самое важное – понимать систему, самое важное понимать, что есть действительно эффективные разработки, которые работают и которые самым активным образом влияют на наше здоровье. Ну и две линейки из трех есть, как я уже говорил, отдельно есть наша линейка Imperium Cosmo и две программы, это Power Matrix и Micellife, которые реализуют очень серьезные действительно научные разработки. Power Matrix – это линейка наших аквабиотиков, и тем или иным образом продукты завязаны на реализации многих открытий в области квантовой биофизики воды. И Micellife – это разработка, целая линейка препаратов, которые являют собой, с одной стороны, классические биологически активные добавки с самыми эффективными на сегодняшний день ингредиентами, также используют мицеллярные растворы или мицеллы, которые позволяют максимально доносить те растительные вещества, биологически активные вещества, которые заложены в этой продукции. В результате, действительно, наши эти две линейки отличают очень мощная эффективность и с одной стороны, с другой стороны, очень мягкое воздействие, которое не дает каких-либо осложнений, побочных явлений и так далее. Конечно же, это тоже очень важно, в том числе и для развития бизнеса, так как эти препараты, практически все линейки, с ними можно работать, не только не имея медицинского образования, но и, в общем-то, без консультации врача, если просто вникнуть действительно в описание, послушать лекции и просто даже выбрать из каталога продукции необходимое для себя. С такими базовыми мы наборами тоже познакомимся, но сейчас хотел бы перейти к тому, что нужно для старта в бизнесе и как вообще этот бизнес работает. Ну, в целом, сетевой системой в той или иной степени многие знакомы, и в той или иной степени что-то слышали, но, наверное, эти два слова – сетевой маркетинг или многоуровневый маркетинг, который уже несколько точнее отображает эту систему, наверное, они полностью не раскрывают эту систему. Ну, на одном из мероприятий я эту систему чуть более развернуто назвал такой аббревиатурой СССР. Да, это социально-сетевая система рекомендаций, потому что в ее основе одно из самых важных
моментов лежит действительно система рекомендаций. Рекомендации продукции, рекомендации самого бизнеса. И именно рекомендуя бизнес, вы тем самым выстраиваете собственную сбытовую структуру, которая, благодаря которой продвигается инновационная продукция и, соответственно, формируются финансовые потоки, которые благодаря программному обеспечению, благодаря маркетинг-плану, который разработан, производятся начисления каждому конкретному участнику. Одна из, ну, наверное, одна из самых таких важных вещей, наверное, любимых моих вещей в этом бизнесе – это его справедливость. Действительно, в подавляющем большинстве случаев расчет по маркетинг-плану позволяет оценить действия каждого, и он же позволяет выстраивать свои цели, задачи. Немножко сегодня мы о том, чего можно добиваться, мы поговорим и немножко обзор нашего маркетинг-плана небольшой сделаем. Вариантов вхождения в бизнес несколько, но самый первый шаг – это регистрация. Регистрация, на которую можно перейти с сайтов программ Power Matrix или Mitsulife, или Imperium Cosmo. И, соответственно, важно, здесь очень важно, чтобы необходимое условие знать логин вашего рекомендателя, то есть кто вам дал ссылку, если вы заходите по реферальной ссылке, то, соответственно, автоматически вставляется логин рекомендателя, и как только вы регистрируетесь в системе, для вас открывается возможность работать с личным кабинетом. Вот в таком виде информация, где в будущем будет отображаться информация не только о компании, внутренние новости компании, но и вся история вашего взаимодействия, ваши покупки и построение, что очень важно, построение вашей структуры. Но для того, чтобы начать бизнес, для того, чтобы по вашей рекомендации не просто приходили люди, но и действительно начались формироваться те финансовые потоки, которые обеспечат в будущем ваше финансовое здоровье, необходимо выбрать один из стартовых пакетов, приобрести один из стартовых пакетов. На самом деле, с момента регистрации вы уже можете осуществлять заказы продукции, вы уже можете приобретать, и продукция вам будет, например, как один из вариантов сейчас в это время сложно достаточно может доставляться на дом, либо вы каким-то образом получаете на региональных складах, в региональных центрах нашей компании. Но для того, чтобы начали осуществляться, начали начисляться бонусы, необходимо приобрести один из стартовых пакетов. Это стандартный стартовый пакет, это стартовый пакет Pro и либо стартовый пакет Start Biz. Ну, в чем их отличие, вы так, наверное, из этого слайда уже поняли. Разница – это то количество продукции, которое содержится в этих стартовых пакетах. А в стартовых пакетах нет каких-либо дополнительных платежей за обслуживание, за компьютерное обслуживание, либо какие-то стартовые платежи на всю сумму стартового пакета вы выбираете ту продукцию, которая вам необходима. Есть, если нет каких-то особых предпочтений, есть рекомендации, стандартные рекомендации, которые на сегодняшний день так наиболее актуальны, те, которые используются наибольшим спросом. Ну, например, стартовый пакет стандартный, сам начальный стартовый пакет, самый маленький, это Matrix Visum, например, это
то, что сейчас необходимо для глаз, когда нагрузка, особенно в режиме самоизоляции, в режиме, который сейчас активно пропагандируется, как говорится, сиди дома. В этом режиме, конечно, больше, значительно больше мы, наши дети, наши родители пользуемся смартфонами, смотрим телевизор, смотрим на экраны компьютеров и так далее. И в этом отношении Matrix Visum – это базовый препарат для глаз, который действительно творит чудеса, он просто необходим. Matrix Lore, который является одним из самых важных для защиты организма, назальный спрей в Matrix Lore, препарат для легких, Matrix Pneuma, препарат для повышения иммунитета, для поддержания иммунитета в хорошей форме, Matrix Timonidin и Matrix Salutem Detoxium, который позволяет осуществлять детоксикацию организма и также держать на качественном уровне защиту организма. Вот такой стартовый пакет, который позволяет создать такую защиту хорошую для себя и при этом стартовать в бизнесе. Ну и для примера просто вот представлю вам стартовый пакет Pro, где уже более серьезный пакет, либо это может быть таких базовых, три базовых пакета для своей семьи, которые составят стартовый пакет Pro. Ну и уже так более серьезный набор, стартовый пакет Biz, который позволяет уже так более серьезно, уже такой семейный, так сказать, пакет, ну, либо для каждого человека очень такой обширный, который уже включает и энергию, и информацию, и питание для нашего организма. Ну и если мы сейчас перейдем к самому формированию, каким образом выстраивается бизнес или как построен маркетинг, то прежде всего, конечно же, то, с чего можно начать, и то, что дает максимально быстрый доход, это стартовый бонус. Всего бонусов в нашем маркетинге, ну, основных бонусов, это 4 бонуса вы видите на экране, и стартовый бонус вы можете начать получать сразу же в тот же день, когда вы зарегистрировались. Дело в том, что по стартовому бонусу происходит моментальное начисление, и по этому бонусу, этот бонус начисляется от стартовых пакетов тех людей, тех новых партнеров, которые пришли в бизнес по вашей рекомендации. И здесь вы сразу же можете начать получать не только с ваших прямых рекомендаций, но и от тех людей, кто рекомендован уже вашими партнерами. И до 3 поколений идут выплаты сразу же. Дальше небольшие, достаточно легко выполнимые условия, которые позволяют увеличить получение бонусов до 9 поколения. То есть это линии поколения. Многие с этими терминами знакомы. Первая линия, соответственно, это тех, кого вы рекомендовали лично. Вторая – это те, кто рекомендованы вашими личными рекомендованными партнерами и так далее. Ну, вот такое визуальное изображение первой и второй линии. И в качестве примера вот при регистрации на стартовый пакет «Бизнес», вот пример, если выстраивается такая структура из 3 ваших партнеров, и по их рекомендациям они делают то же самое, и по их рекомендациям также приходят по 3 партнера.
И вот чуть более 47 тысяч – тот бонус, который начисляется, соответственно, за вот подобные действия. Ну и примеры для стартового пакета Pro и стартового пакета с начального, стандартного. Безусловно, каждый здесь может выбрать те начальные условия, с которых он стартует, но сейчас, конечно, самая приоритетная задача – это обеспечение здоровья себя и своей семьи, усиление защитных механизмов организма. И здесь мы это тоже сейчас отмечаем, стало на порядок больше вступлений в качестве у партнеров в качестве пакета сразу же БИС, так как действительно эта тема сейчас максимально актуальна. Ну и пример по стартовым бонусам, когда выстраивается структура, ну, взят вариант, когда 5 ваших рекомендованных партнеров выполняют те же самые действия, приглашают 5 человек, по их рекомендациям происходит регистрация 5 партнеров и дальше, соответственно, та же ситуация. Конечно, понятно, что в реальных условиях это выстраивается все очень по-разному. У большинства активных, естественно, партнеров Imperium больше 5 человек в первом поколении. Не все, конечно, также делают те же самые действия, но вот такой вариант, который помогает представить, какие деньги заложены в стартовом бонусе при начислении вот таких сумм с оборотов стартовых пакетов. Естественно, подавляющее большинство не ограничивается только стартовой покупкой. Даже уже при первых покупках многие превышают сумму стартового пакета, и со всех последующих покупок по итогам месяца начисляется базовый или основной бонус, который начисляется уже с оборотов вашей структуры и вычисляется тоже по достаточно простым правилам, которые на школах по бизнесу вы сможете изучить более подробно. Ну, квалификации, обороты устанавливаются в данном случае по итогам календарного месяца. Сейчас стартовал апрель, соответственно, по итогам апреля те, кто стартует сейчас, уже получат свой базовый или основной бонус. Ну и для примера, то есть, многие базовые продукты сейчас в новой упаковке, которая с недавних пор тоже доступна для приобретения, стоит 1500 по стоимости такой базовой. С этой суммы, с 1500, сразу же начисляется возвратный бонус 300 рублей. Если вы уже зарегистрированы в качестве партнера и приобрели свой стартовый пакет, то сразу же со всех новых покупок вы в тот же день по итогам каждых суток по московскому времени вы получаете начисление возвратного бонуса. Вот такой вот пример, который приведен в данном случае, 1500 рублей, 300 рублей вам сразу же на счет в качестве кэшбэка будут начислены. Вот такая покупка такого продукта дает 24 балла, и в течение месяца для того, чтобы иметь активность и получать, соответственно, начисляемые бонусы, необходима активность 30, минимальная активность 39 баллов. Два таких продукта, вот как в этом примере, дают уже 48 баллов, то есть с запасом выполнена активность. Если эта активность перевыполняется
в два раза, то есть не 39, а 78 баллов, то в этом случае, соответственно, происходит по итогам первых 6 месяцев, а затем каждые 3 месяца еще дается в подарок. Это постоянно действующая акция. Подарок сейчас возрастает с заменой упаковки и нового продукта до 7500 рублей. То есть каждые 3 месяца вы можете получать такой подарок. Если ваши личные закупки превышают личную активность не в два раза, а, соответственно, в 4 раза, то вы каждые 3 месяца в дальнейшем можете получать такой двойной подарок уже на 15 тысяч рублей. Ну, это дополнительные акции, которые существуют как постоянные акции, так и временные. Практически каждый месяц дополнительно можно получать подарки, можно получать дополнительно какие-то скидки, и, соответственно, по каждым таким покупкам со всей вашей структуры начисляются проценты по базовому бонусу в рамках маркетинг-плана. Ну и для примера, вот в данном примере рассчитана активность с минимальной активностью приобретения и, соответственно, начисление с 5 поколений, если ваша структура вот таким образом выстроена, что каждый активный ваш партнер тоже создал такую же структуру с 5 активными партнерами и так далее. Ну и достаточно приятный бонус, который получают уже многие наши партнеры, это автомобильный бонус, в который при достижении ранга золотого директора и относительно небольшого оборота, это 5000 баллов по всей структуре, вы начинаете получать еще дополнительно 10% от базового бонуса, которые вы можете потратить целевым образом на новый автомобиль, либо еще до того, как у вас накопилась вся сумма на автомобиль, начать, ну, например, взяв автомобиль в лизинг или в кредит, оплачивать этими деньгами, этим автомобильным бонусом целевым образом, соответственно, собственный автомобиль. Есть у нас партнеры, которые уже благодаря автомобильному бонусу уже меняли автомобили, уже оплачивают второй автомобиль. Но и очень такой вкусный бонус, который очень серьезную дает прибавку к бизнесу, это командный бонус. Для того, чтобы стать вот таким бенефициаром командного бонуса, получить возможность его получения, достаточно выйти на позицию серебряного директора или выше, и минимум 2 человека в вашем первом поколении, чтобы вышли на уровень золотого директора. То есть помочь этим людям выйти на уровень золотого директора, и, соответственно, в этом случае еще дополнительный бонус плюсом начисляется от базового бонуса вашего первого поколения. Ну, вот в этом примере 3 человека, которые относительно небольшие бонусы получают базовые, 20, 30, 35 и 15 тысяч, и в сумме это дает 100 тысяч, то есть это дополнительно в этом случае командный бонус приносит вам 15 тысяч рублей. Маркетинг-план составлен, и основная задача маркетинг-плана составлена таким образом, чтобы каждое ваше действие, каждая ваша помощь вашим людям давала оценку, определенную финансовую оценку. Конечно же, самая главная задача любого бизнеса, и в данном случае наш бизнес не исключение, это формирование товарооборота. Формируя товарооборот новой инновационной продукции, вы, естественно, помогаете
и развитию российской науки, потому что одна из самых больших расходных статей нашей группы компаний, самая большая – это выплаты бонусов, и на втором месте – это вложение в инновационные разработки, в теоретические разработки и в практические научные разработки, подготовка производства и так далее. И формируя эти потоки, вы формируете свой постоянный финансовый поток. И этот кризис, который на сегодняшний день мы наблюдаем, действительно показал, снова возвращаясь к тому, что наш бизнес максимально устойчив. Достаточно большой хайп, как принято говорить, создавали и создают компании, которые предлагают различные финансовые схемы, которые говорят, что продукт не важен, можно просто заниматься финансовыми инструментами. Но кризис показал, насколько неустойчивыми являются финансовые инструменты, особенно когда на них накладываются системы, подобные финансовым пирамидам. Сейчас, когда схлопываются очень многие бизнесы, в том числе финансовые бизнесы, идет большая волна, волна новых предложений, которые, опять же, манипулируют теми же самыми практически терминами, теми же самыми аргументами, которые, по большому счету, действительно во многом оказались несостоятельными. И формирование на ближайшие годы, ближайшие, я бы даже сказал, десятилетия, действительно, если стоит задача формирования постоянного, надежного финансового потока, он должен основываться на том, что людям нужно всегда. А в момент кризисов даже в большей степени. Просто даже для примера, о чем будут в ближайшее время рассказывать наши специалисты. Конечно же, очень многих интересует сейчас, как повысить, как защититься от вируса. Но, вы знаете, очень многие забывают, что помимо коронавируса COVID-19, который сейчас стал всемирной знаменитостью и побил по упоминанию сейчас в новостях, в СМИ всех звезд, наверное, мировых вместе взятых, вот этот вирус не должен затмевать того, что существует очень много опасностей, вирусы, бактерии, постоянные и хронические, и неинфекционные заболевания, которые являются очень серьезной угрозой нашей жизни. На сегодняшний день по разным оценкам, но вот одна из оценок официальных медиков, которую я сегодня слышал, на сегодняшний день по заболеваемости, по угрозе нашему здоровью коронавирус пока в России занимает 17 место. Да, во многих странах это уже он выходит на лидирующие позиции, входит и в первую тройку и является большей угрозой, но в целом, конечно же, мы не должны забывать о том, что мы просто должны действительно усиливать и наш иммунитет, резистентную систему организма. Но кроме этого, сейчас, когда по необходимости люди самоизолируются, сейчас увеличивается и количество, и в ближайшее время медики ожидают серьезный рост нервных срывов, различных панических атак и так далее, и так далее. И решение этих вопросов также есть в нашей компании. И доктора медицинских наук, кандидаты биологических наук, кандидаты медицинских наук об этом
рассказывают, дают консультации. И действительно, вот те базовые потребности, все знают о пирамиде Маслоу, в которой он отразил, исследователь, известный американский исследователь Маслоу, отразил пирамиду потребностей человека. И первое, и главное среди них – это базовые потребности, это, конечно же, питание, это основные физиологические потребности, но и это безопасность. И теперь, когда резко упала потребность и практически сошел на нет, очень надеюсь, что, конечно же, это временно, но подниматься будет очень трудно этому бизнесу, например, туристический бизнес, бизнес развлечений и так далее. Сейчас те базовые потребности, которые есть, они будут всегда. И поэтому предложение бизнеса, о котором мы сегодня говорим, оно действительно может дать, с одной стороны, очень быстрый дополнительный заработок, который можно получать, не выходя из дома. Видите, вот сегодня тоже я веду нашу презентацию не из офиса, который, кстати, продолжает работать, а из дома, в домашней обстановке. И все наши ключевые лидеры точно так же сейчас проводят много звонков, много презентаций, вебинаров. И на сегодняшний день вот эти ограничения, они, конечно, создают какие-то неудобства, но не являются преградой для развития нашего бизнеса. И даже сейчас становятся более востребованными, о чем, в общем-то, говорит и тот рост объемов, который мы наблюдаем вот последние недели, особенно явно. Вот кратко те моменты, с которыми я хотел вас познакомить относительно нашего бизнеса в Imperium Valio. Приглашайте ваших партнеров, приглашайте на презентации, которые идут сейчас два раза в день, кроме воскресенья, в 12 и в 20 часов, где наши топ-лидеры дают главные основные моменты, и что очень важно, даже более коротко и сжато, чем я, дают первую начальную информацию, которая позволит тоже вашим потенциальным партнерам принять решение, начать знакомиться с нашим бизнесом и достаточно быстро получать результаты как в области здоровья физического, так и в области здоровья духовного. Успехов вам и, конечно же, здоровья! С вами был Игорь Минин, и я вас приглашаю и на наши презентации, и на школы о первых шагах в бизнесе, с чего начать бизнес, которая ежедневно у нас проходит 14 часов. Спасибо большое, успехов, процветания и здоровья!